Весеннее обновление, потребность в котором вот-вот наступит, обычно начинается с художественного образа. Вдохновившись тенденциями нового сезона, стилисты студии Гуфа взялись за воплощение основных идей наступающего сезона. У нас подготовка к весне, остался один месяц буквально до весны. Образы такие свободные, casual, такие геометрические платья. Пижамы тоже модные в этом тренд этого сезона весеннего. Отражают тенденции нынешние. Текстурированные, небрежные такие формы, совершенно естественные, как будто девушка сделала это дома сама, легким движением руки. Фотография моды – это особый жанр. Здесь есть место и для экспериментов, и даже для провокаций. Словом, все для того, чтобы врезаться в память и запомниться надолго. Цель показать не то, что именно там одежду, либо какой-то внешний, но и как-то внутренне постараться передать вот, настроение, и чтобы это было на уровне даже эмоций интересно разглядывать. Как бы старались передать немножко такую, называется эклектику, да? То есть, если у нас были платья, то у нас были грубые ботинки, или пиджамы, то тоже были кроссовки. Ну, то есть, то, что вот такая немножко странность в образах, немножко такую вневременную, как бы, фишку, и нам, мне кажется, все получилось, потому что получились очень красивые образы. Эти смелые идеи можно воспринимать в том числе и как руководство к действиям. Впрочем, призваны они вдохновлять, заряжать оптимизмом и задавать позитивный тон для всего модного сезона. Кстати, все участники съемочного процесса благодарят за поддержку питомник Alfresco Life и магазин женской одежды Loft 28.